Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 марта 2021 года, и я продолжаю наш цикл «Об ожившей поэзии за молодость и слово», и наш подцикл «Верона Шумилова в ожившей поэзии». Это будет уже 8-й выпуск. Я его номерую 080. Это значит, что 80 композиций на стихи Вероны Шумиловой мы сегодня прослушаем, уже закончим этот и закончим пока этот цикл, ибо у нас для книги уже более чем достаточно материала, займемся самой книгой, ну и продолжим нашу работу, нашей ожившей поэзии, безусловно. Сегодня вы услышите такие произведения на стихи Вероны Шумиловой. Споет для вас гитарная струна, затем «Живи, страна». Вот только-только сочинил я эту композицию «Живи, страна» на стихи Вероны Шумиловой, которые тоже только появились в интернете. Затем вчера, по-моему, сочинил замечательный романс на стихи Вероны Шумиловой «Плакала ночь», затем «Живу я тобою», затем послушаем «Твои глаза». Все здесь на стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения везде Самойла Фрумовича. Затем «Некому нести свои обиды». Далее будет 7-я композиция «Живи и твори добро». 8-я композиция «Когда-нибудь вы вспомните». Затем «Не стыдитесь любви». Затем 10-я композиция «Да светится светлый день». И 11-я, если успеем, «В новогоднюю ночь». Вот такая у нас сегодня программа. Давайте начнем непосредственно слушать композиции на стихи Вероны Шумиловой. И это уже последний будет у нас обзор такой. Затем мы займемся книгой. Итак, слушаем «Споет для вас гитарная струна». Музыка исполнения везде Самойла Фрумовича, видео тоже Самойла Фрумовича. Нас ночь ждала с мечтой страх. Камень горел, чтобы много светить. Сиза со свечки я была у кровати. О, как без вас минуты тишины. И сердце навстречу, но нет шагов заводных и нет. У меня такой счастливый вечер, а у меня из белых роз букет. Thank you.
чтобы спеть твои блюда до дна. В ягоде солнечного лета споет для вас гитарная струна. Она расскажет вам, мечта река в объятиях захмелеть, так любви горячей мы не знаем, так любви на свете просто нет, а расскажет. Приостановим. Следующая композиция Верона Шумилова «Живи, страна». Сегодня мы сочинили эту композицию. «Живи, страна, и стихожившая поэзия, музыка исполнения свободы прочь». Земля среди подмойши, живи, земля, живи, земля, с меня бери до древних больше, я дочь твоя, я дочь твоя, всегда свой голос отдавай. Следующая композиция «Плакала ночь». Весь мир, а я спрятала слезы.
печали. Прощали о вашей красивой любви. Только вчера вы узнали всю истину мысли. Только вчера я открыла все карты пред вами. Только вчера я закрыла себя на ключи. Я не хочу, чтобы сердечные раны. Ярче сверкающих звезд льются дожди. Я же плачу, поверьте. Я лишь лаю небо в сторону моих грез. Там, где березы растут, ручья столь хмельны. Там, где плакуча нива тоскует на дни, снова дожди, да такие они проливные. Я прошу тени над моим сердцем моим. Там, где березы растут у ручья, приостановим. Следующая композиция «Живу я тобою». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Живу я тобою». Музыка исполнения самого Фрукта. Я получил от тебя торопливый ответ. И живу я тобою. Твое нежное не, твое сладкое не. Поцелуем, поцелуем закрою. Сосуну глаза на портрете твоем. Он в душе, я не скрою. И часы, минуты мы будем вдвоем. Ты со мной. Ты со мной, я с тобою. Зацелую глаза на портрете твоем. Он в
он в душе, я не скрою. И часы, и минуты мы будем вдвоем. Ты со мной, ты со мной, я с тобою. Помолчу, хоть мне хочется много сказать. Твой портрет не ответит мне, пузел твой без тебя развязать. И за все быть в ответе. Помолчу, хоть мне хочется много сказать. Твой портрет не ответит мне, узел твой без себя развязать. И за все быть в ответе. Получила тебя торопливый ответ. И живу я тобою. Твой нежный нет, твой сладкий нет. Поцелуем закрою. Получил от тебя торопливый ответ. И живу я тобою. Твой нежный нет. Поцелуем, закрою. Приостановлю. Вот книга будет устроена таким образом. Сначала будут обзоры, и к этим обзорам будут все композиции. И каждую композицию можно тоже отдельно послушать в книге. Наши поющие книги устроены таким образом. Дается текст стихотворения и ссылка. И нажав один раз всего лишь на эту ссылку, люди попадают на YouTube и смотрят ролики наши. Поэтому к книге прилагается электронный вид книги, где вы можете просто нажать на кнопочку. А, естественно, в самой книге надо набирать ссылку. Следующая композиция у нас «Твои глаза». «Твои глаза». Напоминаю, что везде текст Вероны Шумиловой, музыка исполнения Семёна Кумовича. Тонул в пучине страсти.
мудро туда чары для любви. Я был пленен, я был в твоей лишь власти, и так хотел, чтоб пели соловьи. А я услышал зов мой беспокойный, запели вдруг, запели в роще нам. Так сладко, так восторженно, так вольно я с ними пел, я пел твоим глазам. Когда в объятья мы теряли силы, я нес тебя на ложе, как на трон. Твои уста роняли стоны бессильи, под стук сердец, под колокольный звон. Твои уста роняли стоны бессильи, под стук сердец, под колокольный звон. Приостанавливаем. Следующая композиция — «Некому нести свои обиды». Друзья, мы слушали Самуила Павловича, исцеглажившая поэзия. Ночь опять холодная такая, месяц за бедой повис в окне. Нет со мной тебя, моя родная, и мне грустно, и тревожно мне. Ты меня твои руки теплые покрыла, и с весой печальной провожала. Мама, мама, если б ты была, ты меня с улыбкой встречала. Твои руки теплые крыла, и слезой печальной провожала. Мама, мама, если б ты была, я в тебе не славит раны, и мой неразгаданный вопрос, ты как врач меня лечила бы, мама, отнимая вечно от слез. Ты меня любила, учила быть примером и достойно жить. Мною восторгалась и льстила, я тобой дорожить. Ты меня любимой учила быть примерной и достойно жить. Мною восторгалась и льстила, я тобой умела дорожить. Приостановим. Следующая композиция — «Живи и твори добро».
нас, посеять мир и счастье на планете, чтоб люди стали добрыми сейчас, дарили бы тепло не только детям. Устали зло считать за прошлый год, потери, наводнения, пожары, без крыши жил достойный наш народ. Природы столь тяжелые удары, устали зло считать за прошлый год, потери, наводнения, пожары, без крыши жил достойный наш народ. Природы столь тяжелые удары, так много зависит от тебя и от меня, от каждого, кто в силе помочь хоть чем-то родине любя. Как родина о том народ просила, так многое зависит от тебя и от меня, от каждого, кто в силе помочь хоть чем-то родине любя. Как родина о том народ просила, без войны зла, без боли, горьких слез, продолжим год, чтоб легче всем нам было, без паники, без лжи, без угроз, чтоб мы дружили и чтоб мы любили соседы друг друга и страну. Чтоб не было у нас, как вот тревожный, я не грешила, на себя начну и сделаю все то, что лишь возможно. Следующая композиция «Когда-нибудь вы вспомните». Поэты, когда наш
наш мир печалью был пленен. Вы вспомните, как строчки наслаждались, как восторгались от разбожных фраз, как воскресали и опять влюблялись в тревожный, но такой счастливый час. Спешили мы, томились и страдали, друг друга не хватало и тогда. Минуя встречи и строчки, отправляли и были рядом, словно бы всегда. Приостановим, следующая композиция «Не стыдитесь любви». Друзья, последняя на сегодня композиция, ибо регламент мы нарушаем. Верона Шумилова «Досветиться
светлый день. Музыка исполнения везде. Давайте послушаем эту композицию. Закончим, ибо время истекло, наш регламент исчерпан. У нас получилось, к сожалению, не 11, а 10 композиций, но мы выполнили, в общем-то, норму. Не менее 10 композиций должно быть в нашем обзоре. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всем доброго.